Игей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Пингвинус и точка Фуфло, Сергей Тайм, собака, Дарт Вейдер, серия, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Алейкум, братья. Сегодня будет происходить что-то эпическое, это новая рубрика на моем канале. Выживание на деревянных постройках, кораблях, домах, в воде. И кто будет падать в воду, тот проигрывает. Если опять кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем разрушать, взрывать и всех веселить. Погнали. Вот сейчас на воде будет совсем все по-другому выглядеть. Смотрите, это же даже теперь малейшее какое-то разрушение, оно будет крениться вниз. Давайте проверим. Блин, ну это эпически. Ребята, если вам нравится такая рубрика, чтобы мы ее дальше записывали, обязательно напишите «Мы хотим» и лайкосим. И кто не подписан, обязательно подписка. Смотрите, тонет. Офигенно сделано. Кто все проиграл? Дэн проиграл. Все. И кто еще проиграл? Серия. Серия тоже проиграла, да, мы видели. Пацаны, ну на стуле нечестно сидеть, пацаны, говорю сразу. А, ладно. Ну читер ты, вонючий, я сейчас поломаю эту штуку. Да придется поломать все. Все, стул. Стул, пошел в воду. Офигеть. А что там летит, блин? Так, а кто еще остался в живых у нас тут? Я. Ага, вижу. Нет. Да, все. Собака проиграла. Посмотрим, как тут можно разрушить. Так, смотрите, оно так прям глубокое и не всплывает. Я все проиграл? Да. Да. Нельзя. А вот так вот. Мимо. Кто? Никто. Я нет. 4 человека. Так, интересно, ребята, кто же выиграет? Потому что человек, который победит в этом раунде, будет следующий разрушать лодку. Так, ну давайте тогда здесь пол... Нет. Странно, очень странно. Это все работает, физика? Тупая физика пропа. Был бы Сунёк, он бы так и сказал. Так, ну чё, пацаны, нормально всё? Я чё-то не... Это как поплавок. Круто. Ребята, как они все столпились в одном месте. Я кайфую от этой рубрики, мне нравится, реально. Это что-то новое. Чё? А, получается, там, где ховеры, они мешали вам всплывать. Сейчас, ребята, помогу. Не надо. Вы сейчас всплывете. Кстати, сейчас готовьтесь. Оно может резко накрениться и упасть просто, как обычная лодка станет плоской. Вот, о чем я и сказал. Вот. Ну. Я пошутил, ты поверил. Нет. Ребята, видите, как называется? Вот, все-таки я сказал, что это будет. Ну, кто? Кто? Интересно, блин, это будет прикол, кто же выживет? Я за Пингвинуса. Пингвинус, ты победил, скорее всего. Оно опять кренится. А, получается, когда пацаны прыгают на этой постройке, оно влияет. Видишь, жирный спрыгнул. И сразу, короче, верил. Пацаны, вам жирный мешал. Все, кто последний упал? Дарт Вейдер, ты победил. Блин, это было круто. Дарт Вейдер, тебе сейчас придется ломать вот такое гигантское что-то. Ну что, давай, покажи вещи. Один. Ой. Капец, ты чё? Это было мгновенно просто. Куклик проиграл. Так ты быстро так разломал всех? У меня ж пулемет. Я понял, Дима, ты псих. Дима, знаешь что? Стой, не надо. Дима, я козявки кушаю. Это очень важная информация. Я знал, что ты очень... Все, проиграл. Не, живой. Я живой тоже. Или проиграл, я так и не понял. Да все. Как это понимать? Короче, он сделал так, что Петучка выиграл специально. Да ну, да? Я выиграл? Да. Ура. Я тебе помог, Петучка. Понимаешь? И тучка, смотри, вот такое еще будешь разрушать. Вау. Блин, это круто плавает. Вот это прям реалистично сделать. Те постройки не так плавали. Тут прям чувствуется, что оно вот прям волны какие-то. А откуда здесь волны? А вот так вот. А шо, вы готовы? Да. Блин, мне так эта карта нравится, Биг Сити затопленная. Ой. А ты можешь нам ножки, да, отломать сначала, а потом посмотреть, как оно будет плавать. Ой, мне кажется, оно погрузилось больше в воду. Нет, пацаны? Ой, пилит. Эй, слышь ты, не пили нам ножки. Как твоя мин... Ой, мы упали. Нет, я живой. Что это так, сейчас? Фуфлики пингвинус уже слились, я видел. А я не понял, проиграл или нет? Ну, а ты упал? Да вроде бы нет, как-то меня как будто вытолкнуло вверх. Ну ладно. Ой, за шкаф, пацаны, вот. Ого. Молодцы, держитесь. Ого. Вот это жесть, так надо тут угол идти. А ты уже все ножки отпилил? Нет,
Нет, это не просто всплывает, не держит вас чуть-чуть. Ага, я понял. Да тут смотрите, что творится, хвост топит хату нашу! Дима, я на тебе стою. Эй, на голове не надо, ладно, я тебя спасу, пожертвую собой. Спасибо. Я буду здесь, где ножка. Ай, он пилит ножку, сейчас тоже затонет. Нет, нет, нет. Не хочу тонуть. Блин, та сторона вообще затоплена. Вот. Блин, она как-то странно плавает. Сейчас будет там один нежданчик. Давай. Ой, все. Я так и думал, что здесь подпит. Так, нас осталось трое. Четверо. Тоже выиграет. Ладно. У тебя кажется. Так, вы двое. А, я от головы оттолкнулся, принять пробел нажал. Нет, что Сергей, дай, все, толстый, иди отсюда. Смотрите. Вот такое будет. Вроде гигантское здание, а с воды торчит всего лишь маленький кусочек. Ого. Мне кажется, оно более устойчивое, да, ребята? Смотрите, в воде стоит. Ну, прям шатается, видно. О, я начну снизу разрушать, и давайте посмотрим, наклонится оно сильно или нет. Залетайте все, будем начинать. Дима, да? Смотри наверх. О. Ты что, сел на него? Фу, таким быть, осуждаю. Так, поехали. Базука, под водой не стреляешь, что ли? Во! Слышали звук такой под водой круто сделано? Да. Реально. А мне понравилось. Может, обновили? Раньше такого не было? Я больше ничего не делал, но само. А, ну загорелось. Под водой? Слушайте еще звук, пацаны, слушайте. Прикольно. Ну да. Ну, кстати, медленно наклоняется, вы заметили? Ой, ладно, я упал, все, я упал. Вот, сейчас вот реально будет кто специалист. Ну все, выиграл, Дарт Вейдер. А нет. Ура! Вот еще фуфлик. Фуфлик же. Ну все, все, серитайм. Че фуфлик выиграл? Нет, вроде Гафака коснулся уже воды или нет, я не обратил внимания. Он коснулся, вот он на воде. Не, ну не коснулся, до шеи что было. Не? Не, до шеи не было. По коленке уже. Хорошо, ломаем дальше. Давайте вот тут прям подломаем его сейчас. Слушайте взрыв. Фуфлик горит. Да все, выиграл, да? Кто выиграл, получается? А все, не, я проиграл. Все, Дарт Вейдер, ты победил. Ура! Ты красавчик, реально молодец. Дарт Вейдер, мы готовы. Смотрите, какая постройка офигенная. Из-за того, что здесь с одной стороны, видите, такая вот мостик выстроен, оно наклонилось. Очень классно физика работает в Гаррис Моде. Игра старая, но вот это все вот как они обновляют, допиливают, классно сделано. Кто у нас там скопился в этом доме? Убежал резко, да? Я опять перевесил. Так, жаба проиграла. Сам ты жаба. О, Дима, а ты что тут? Да не мешай, я выживаю. Да блин, ты как-то выборочно выбираешь конкретно, ты не на постройку ломаешь, а ты под людей прям стреляешь. Это очень странно. Выборочно. Ты сам выбираешь, что выиграет, а не скилл пацанов. И точка, ты сейчас опять выиграешь, смотри. Надеюсь, да. Да, он так сейчас делает специально. Нет. А, видишь, я сказал. Так, кто у нас последний? Пингвинус. Пингвинус, ты победил, походу. Ура! Не-не-не, Тучка же. Ай, Тучка, ты выиграл, да. Давай, Тучка. Мы готовы. Во, там уже доски все всплыли. О, Фуфлик, привет. Привет. А где он вообще стреляет? А, внизу мечом ломает все звездным. Я вам крепление ломаю. Ну давай, давай, мне интересно, что будет с созданием. Будет оно тонуть или начнет его крутить? Где он вообще ломает? А вон где доски всплывают, вот там он и это. Видишь, он доски всплыли, смотри. А, вот. Так, это уже, кстати, отойдите от края. Если резко начнет здание крутиться, вы упадете сразу. Я на шкафу сижу вообще. Так, можем зайти на первый. Не, реально. Нет, лучше на крыше быть, мне кажется. Да, Дим, мы победим. Блин, очково. Да. Что сейчас будет? Что будет? Не волнуйся, Дим, я если что, тебе помогу. Хорошо. Ой, вот он. А ну, что за... А здание зафрижено. Да? Да? Ну я не знаю. Ну все, значит, пацаны, на нашей стороне есть удача сегодня. А вы левитируете, кстати? Нет. Вы левитируете, я же вижу. Я не левитирую. Я вот прыгаю, смотри. Да здание, говорю, левитирует. А, здание, да? Да-да-да. Блин, ребята, мы победим, потому что это здание очень круто сделано, спроектировано. Проиграл.
Он может его, конечно же, подорвать каким-то образом еще. Ой, ой. Колби фуфлика, тучка. Столом. Это что сейчас было? Вот это гахнуло. Бабах прям был. А что, живые остались? А кто это взорвал? А мы что, бессмертные, что ли? Что? Вы что, бессмертные? У пужа 50 хп, давай я тучку убиваю его. Нет, Тучка, ты злой. Да, ты злой. Вот эта волна идет, смотрите, раньше такой волны не было. А мы живем, живем. Как вам стол разломался, он не ломается? Ой, а ну и тучка. Вот это жир. Да, собака победила. Да сам ты собака, это гафака. Реально. Реально. Рыльно. Блин. Рыльно, рыльно. Опять бомба падает. Ой. Сейчас взорвусь. Вот ты да гахну. Под водой вообще по-другому взрывы смотрятся, вы заметили? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну, всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Баба. Всем пока.